Друзья, всем большой привет. Это уже, наверное, третья часть первого трая. То есть вот мы в трай начали, два дня играли, это третий день. Давайте попробуем понять, что у нас происходит. Месяц июль, начинается март, апрель, май, июль, то есть четвертый месяц. У нас с вами есть госпиталь, понятное дело. Начинали с партизанки, там обучаем ниндзю и обучаем офицеров. Постепенно хватает динамики, нормально. Центр тайных операций. Пока без ускорений мы отправили в тылу врага. Это увеличение. Кстати, может быть, и не стоит. В зоне испытаний отравленные патроны. Я думаю, надо, да, сейчас зону центра тайных операций немножечко подбустить. Хотя это я делаю ради приказа. Не нужно подбустить. У нас с вами 5 ученых и 5 инженеров. Очень хорошее количество для этой стадии. Отроди не даст соврать. И сейчас будет миссия, на которую я постараюсь пойти. На которую надо очень хорошо подойти, подготовиться. Это рейд за материалами. 4 дня, 4 часа. О, и множество псиоников у нас здесь. Значит, точно мы берем искру. И, возможно, модуль на пси, на сопротивляемость. То есть искра не поддается панике. Искра у нас дырокол, внимательность и метки ставит. Я ориентировочно возьму, соответственно, двух снайпов. Точно в цель. Дополнительный урон. НЛО. Нет. Увернулись 2 из 2. Удалось избежать. Я не знаю, какой шанс увернуться, но 2 из 2 я уже увернулся. Это очень важно, потому что это прилетела бы атака базы или что-то в этом роде. Ну что, ускоряем проникновение. 25-27 врагов. И 19-21. Ну это может быть конечный, друзья. То есть у нас 5, их 20. Но, повторюсь, я шел к этой миссии, я прилетел в регион, начал активничать, выполнял все. Ну, вы можете увидеть по бдительности 8-9, что мы реально в прошлом месяце тут похулиганили дико. Устроили диверсию памятника Адвента, перехватили рейд за материалами. Сюда противники начали стягивать свои силы, и нам удалось найти миссию. Но, к сожалению, времени на выполнение мало, а народу очень много. Соответственно, сейчас нужно прям бдить очень внимательно на миссию. Но если удается, то минус сила адвента, масса трупов, масса вражеских трупов, масса ресурсов. Не ходи, страшно, очень страшно. У меня там 2 снайпа, ниндзя, 1 гранатометчик и искра топовая. Искра хорошо метит, снимает армор. Снайпы хорошо сверху стреляют, у них лазерные пушки. Ниндзя нужен для подсветки. Если будет возвышение и много места свободного, то хорошо. Если не будет, то плохо. 20 человек, Миш. Так, это угол. Угол без возвышения. Но возвышения здесь в принципе нет. Ну что, идем в угол. Топоры у нас нормальные, но я хочу проверить, справа есть кто-нибудь или нет. Увидели кого-то. Только не говорит, что это одна пачка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ё-моё, может быть одна пачка из 7 человек. Ну раз, 20 человек, 3 пака по 7. Ну что, единственный способ нормальный — это ждать, когда они скучкуются. Прокидывать в них гранату. Я пойду отсюда. В противоположном направлении. В попытке, соответственно... Какая жесть! Не, я даже одну не убиваю, понимаете? И сейчас, скорее всего, надо будет возвращаться всеми. Они идут прямо на меня! Нет!
Блин. А, нет времени. И подпускать нельзя, получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть, уходит. Уходит. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо, хорошо. Фух, страшно. Назад дороги не будет. Ой. Погнали. Без быстрого развертывания. Тут как бы надо... А где разрыв, алло? Не показывали разрыв? Да, сделал я разрыв. Так, 92 мег раз, 47, 2, что снайпы 100, 78, 78, причем это еще что, 100. Ну вот этого надо убивать для начала 100. Давай овердрайв, сейчас будем метить людей. Эвак сразу. Блин, 5 ходов еще держаться, капец. Соответственно, метка на этом. Хорош. Начало неплохое. И вот поэтому, да, стрелял второй. Еще метка. Промах. Пока нельзя тратить. Пушку. Хорош. Тут одна цель. Пробуем 78. Ну, блин. Мне нужно как-то уйти сейчас. Чтобы там приклады, перезарядиться, подготовиться. Есть, искра. Красава. Ребята, снайпы, давайте-ка учитесь, перехватывайте. 73, давай. Мимо! И он приведет ко мне тех. Мне нужно его убивать, пока он не ушел. Там третья пачка уже идет. Капец, нет. Искра убивает, молодец. Он не должен, хотя они подходят по звуку стрельбы. Возможно, они услышали нас. Да, идут. Это ГГшечка. Так, их трое. Артиллерист слева. Что делать? Он сразу стреляет по мэку мне. Подавление. Так, трое. Дрон жесткий. 100-160. Блин. То есть надо снимать этого. Пытаться раз. Ой, хорош. Только хит оставил. Давай, дыроколом плюс метка. О, искра! Искра! Больше искр, богу искр. Так, можем добить. Да, получается, этого сначала. Так, это 8 человек, еще плюс 7. Еще это не все вообще, далеко не все. И там я слышу... О, есть эвак! Мы дожили до эвака, по крайней мере! Ниндзя 0 дамага. Да он здесь для того, чтобы просто подсвечивать и помогать снайпам работать на более поздней стадии. Ну, пока есть дистанция, должен по ним стрелять. Погнали. Мимо 80. Да. А вот это жопа. О, это фланг! Нет, не фланг. Ой, не фланг. Сейчас нужно вспомнить про шрапнельку. Возможно, сейчас самый удачный момент. Осик, кто и пошел? Но! Да, точно нужно сюда гренку. Еще. Есть ранение. И главное, на нее яд не действует. Ее языком не притянуть. Стой здесь. Нет. Все, точно сюда, гренки. Еще пак, что ли? Нет, это остатки того. Сколько их? 8 плюс 7, 15, еще не все. Скорее всего, так, раз.
Потом гранату сюда, может там каверы уйдут. Давайте начнем с Гренки, потому что у него меньше опций на пострелять. Дезориентация раз. Взрыв каверов два. Нет, одну вроде как. Либо с места делать раз, а потом уже метки ставить. Наверное, так давайте сделаем. Я не буду подходить. Я не хочу сейчас пак. Этих я вроде контролю. Раз, минус одна. Еще пара выстрелов, типа, чисто расставить. Я овердрайв не юзнул. Ой, дурак. Там низкая вероятность должна быть очень. 22. Что не такая низкая. Овер подходит ближе. Это под гренку, но не факт, что гренку будем. Ой, какой же мэк вообще топовый. Нет, сейчас гренка будет. Держись, родной. Держится. А-а-а, защита. И пак идет. Нет. Это пак. Нет, это остатки. А откуда они там такие? Так, овердрайв пока не забыл. Прям поехали, заряжай. Дальше пытаемся 91 ранить. Ранение уже хорошо. Потому что сразу минус точность. Хорошо. Может пострелять еще неплохо этот 74. Может ему и стоит добить. Давай добиваем так. Ну добиваем, ребят. Ну добиваем. Че не добили-то? Одну змею не могу убить. О-о-о. Да, давай. У нас дезориентация есть еще. Зачем-то у снайперов, не знаю. Видимо, я пси боялся и набрал дезориентации миллион. И надо быстрее с ними справляться. Еще на карте человек 5. Я даже не знаю. Ну, видимо, так 44 больше шансов попасть. Мажем метку поставили. 70 по ней, G2. Хорошо. 70 по этой. Видит второй снайпер. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Два человека осталось из пуленных. Держимся, ребята. Такая толпа. Ух. Подходит Кроталу, Совер. Этот отходит. Окей, они не знают, как подходить им. Сейчас главное, чтобы искру не сильно ранили. Ай, ранили, все-таки попали. Ну, давно, на самом деле, должны были попадать. Ставим метку раз. Пытаемся пробить два. Молодцы. И дальнего сейчас пытаемся добрать. 50%, но хотя бы ранение. Ай, красава! Сейчас еще лут пойдем забирать. Он должен бежать, сейчас скажет. Да, понятно, где пак. Искра бежит. Блин, класс! А, блин! Двадцатку пятью. Ревелс, приветствую тебя. Да, у нас рейд за материалами дикий. Очень сложный. Очень сложный. Тут просто поляна трупов. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, а убито 16 на самом деле. Еще там зомбарь. Ой-ой. Ой-ой, я зря расслабляюсь. Мутон. Блин, это мутон-то особенный. Ой, два мутона мэг. Ой, но снайпы хорошо стоят. Здесь у меня овер, блин, 100% что? 100% раз, пытаемся этого и снайперской. Там щитовик, ой, это плохо. Эти мне разобрать просто могут. Ой, какой крит хорош! Второй снайп, ни хрена не видит второй снайп. Офигеть. Ладно, пойдем сюда. Блин, сейчас могут попасть сильно. Повезло, промах. Сейчас будет жесть, друзья. Сейчас будет жесть. Все-таки снайп сюда, чтобы видеть больше. Там камни, но что ж поделать. Ханкер. Блин. Ну, я не ожидал, что последние 5 людей будут настолько жесткие.
Блин, пытаюсь. Надо мэком выходить. Пытаться ломать ему броню раз. Есть, хорошо. Пытаться ломать броню ему два. Ну куда 91 мажем? Нет! Ой. 89 еще дракол. Капец, сейчас мне мэка размотают. А где дракол? А, дракола у тебя нет. И мэка мы не убиваем в рамках хода. Капец. Не убиваем. Что делать? Разбегаться здесь. Мэка я продаю, блин. Как тварь последняя. Ну зачем мазать 70? Зачем мазать 91, блин? Боевой клич пошел. Там два мутона. Стреляю, держись. Ой-ой-ой, искра. А без нее я брони не пробью мутонов. Бомбит. Надо бежать. Если успеем еще. Надо бежать. Не факт, что успеем. Ну, ниндзю зря из инвиза убрал. Так мы могли их раз с этой сорвать. Еще один опасный, блин, фулл кавер, там 40 же. Сука. Я не вытащу. Все, минус один. И тут фланг. Да вы издеваетесь. Commander, we failed in our mission. We'll need to review our tactics and improve going forward. Минус три. Минус три топовых бойца. А, это эвакуируете рекрутеров. Это реально. Сюда нужно отправлять максимально мобильных людей. Вообще искру сюда хорошо отправлять. То есть заступник, да. Штурмовик обязательно. Ниндзя точно. То есть здесь нереально выиграть. Тут просто нужно собрать мирных и эвакуироваться. Врагов на карте изначально нет. Соответственно, полный ход мы сейчас делаем в разные стороны. Распределены эти щеглы по карте. То есть нужно сейчас в разные стороны разбежаться реально. Не забудь, что там два эвака. Там два эвака. Что? Тоннели еще? Серьезно, мы в тоннелях? А, это другая миссия. О, я понял. Это другая миссия. Не так собрал народ. Капец. Мы же в консилде сейчас? Не в консилде. Ой, мама. Ну а что, быстрее спулим, быстрее пройдем. У нас есть как раз... У нас должна быть мотивация пулить врагов. Потому что что? Потому что все. Потому что у нас есть осколочная пушка. Погнали, с богом. Кто там еще? Сколько? 4? Да там не 4, там все 6, наверное, будут. Ёпер, СТ, да. Вот он. Мэг. Огнеметчик. Блин, сколько у него хп! Берсерк. О. Так, ладно, спокойно. Спокойно. Первыми идут лемминги. На полный ход. Я всех вижу, там один мэг. Мэг-мэг.
Блин, вы чувствуете, как пошла жара? Просто сразу пошла жара. Это так страшно. Там такой урон вообще. И у меня магнитка. Посмотрите на этот урон. Ладно, меткий глаз 6-12. Вот это вот. Что за хрень? Нездоровая. Реально, Мэг там ушатывает меня. Может, это все, что есть на карте? 7-9, максимум еще один пак. Может, имеет смысл прорваться дальше. Так, прострелили. Но кавер не сняли. А ты что, куда можешь запрыгнуть на свои полхода? Можешь ворваться, да? Сразу неуязвимость и погнали, да? Да, погнали. Ну, надо сначала врываться. Я еще, пожалуй, с вашего позволения, сделаю прерывание на следующий ход. Дальше сначала мы должны убить солдата Адвента, раз. Автозаряжение. Потом, скорее всего, мы... А, у нас полный ход, слушай. А мы можем, кстати, удар хлыстом жахнуть. Чистильщика-то многие могут убить. А ты реально можешь зайти и хлыстом жахнуть. Но это сделать лучше после какой-нибудь гренки, чтобы кто-то хотя бы снял этот... Бросок топора. Давай, берсерка, раз. Свободное действие. Раз. Хорошо. Какой врыв? 12-16, капец. Если он реально мили препарирует, ну, парирует атаку. Офигеть, я его вообще убить могу. Не так сложно. В ярости, да я вообще в шоке. Овердрайв будем делать? Вообще не понимаю, зачем. Ну, для темпа. Погоди, у нас еще один ниндзя есть. Мне кажется, надо сейчас врываться ниндзя куда-нибудь. Только так, да? Как насчет приказа? Ну, приказ не получится сделать. Вроде, может, ты начнешь с убийства жнеца. Вот у тебя есть лемминги как раз, которые пытаются. Погнали. 80 раз с критом. Хорошо. Там рядышком два товарища с дробашом. Как бегом решает, да? Два. Так, этого мы гасим. Ладно, давай так. Все-таки кидаешь сюда. Потому что вот этот товарищ, артиллерист, он может выйти и закинуть ракеты вот по всей моей куче. И от него потенциально урона больше, чем от всех остальных вместе взятых. Погнали. Пытаюсь ему нанести урон. О, Низя стоял, привет. Да, играем. Там у заступника меткий выстрел. Или все-таки хлыст. Ухожу, посмотрим. Меткий глаз, мне кажется, будет лучше здесь. Хлыст отнимет. Но хлыст надежнее. 8 урона на 95. А меткий глаз какая вероятность? 100%. 6-12. Нет. Давай-ка удар хлыстом раз. У нас неуязвимость на один ход уже есть. Ох ты, тварь, брась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же. Ой-ой-ой-ой-ой. 95 мимо. Капец, как же тут рассчитывать, если ты... Ай-яй-яй-яй-яй. Глядь, какой... Ой, заступник, ой, ты тварь, просто тварь. Просто тварь. Ну что, берсерку убиваем в любом случае. Ну надо. Больше других нормальных тем нет. Ой. Заступник безликий. Вообще, такое предательство, я не ожидал от него такого. Просто не ожидал. Мне кажется, надо так делать. Ну, потому что он тоже жжет всех. Добыча минус. Гренкой можно добить. 89. Давай. Раз. Вот этот товарищ очень смущает.
Промах 89. Спасибо, игра. Так, а вот и, блин, Chosen One. Третий раз за месяц я с ним встречаюсь. Урон от храмовников, контузии, урон от взрывов получает. Его, кстати, можно попробовать быстренько убить. Раз мы под крепу... А, это убийца! Нет, это не инвиз! Нет, только не ракеты, нет! Так, ладно, это не зимы. Но ранение есть уже у одного штурмовика, а тот стоит нормально. Так, ребят, нормально, отделались. А, это у меня прерывание, да, действие? Ладно, два сектоида, элитный мутон. Тихо. Один, хорошо. Так, ребят, лечить, вырываться. Там ниндзя, блин, босс. Фула налечим. Погнали, раз. Ну, это единственная цель, до которой хрен дойдешь. Мы сразу... 23 урона! Скрита. Ладно, давай так. Другого выстрела у МК нет, нормально. Хорошо. Попытки убить чистильщика. Для этого нам нужно снять у него броню. Хотя бы частично. И, возможно, нужно снять кавер у него. Он еще в дыму сидит. Его хрен пробьешь нормально. То есть нужно реально к нему близко подходить. Возможно, стоит его пытаться глушить тем же самым штурмашом. Но штурмаш тут, к сожалению, подгорает. То есть у него кавера нет. Это хорошо. Значит, мы... Вот так делаем искрой. Раз. На-на. Хорошо. Чистильщика убьем. Надо только понять, с кем мы его будем убивать. Здесь точно граната для того, чтобы мутона и подранить, и броню снять. Возможно, врываться сюда буду как-то. Но меня больше сейчас смущает ниндзя-босс. И надо посмотреть, кстати, что она. Хищник. Ваши дистанционные получают штраф. Токсичный, отравляет, беспокоящий. И метка, да? Контузия. Храмовники. Я бы подставил реально щегла все равно. Пусть Чищич попробует его убить. Убивает хорошо. Ну, поставлю его просто без кавера. Для того, чтобы он спровоцировал. Походили. Три человека. Один сектоид может флангануть ниндзю. Прилетела подкрепа. Ой-ой. Два человека. В тылу причем у меня. Кем-то нужно прикрывать это все дело. Ниндзя у заступника нет. Так, убрали, убили новобранца, получили бонус. Не добегаю вторым ниндзя. Не добегаю! Ее, погнали, спасаем. Сейчас цепная реакция. Главное, чтобы этот убил, чтобы не было проблем. Давай, режь его прям. Хорошо. Все, освободили своего из-под контроля. Фух, блин. Ядро Иллирия. Как мне ниндзю убивать, ребят? Или не трогать ее, как вы думаете? Прошлый раз, когда я начал, взялся за нее, она меня так ушатала. Она же начнет... Не-не-не, кажется, шансов тут нет. Давайте играем на перемещение. О, такой урон у него по ниндзе. Поэтому, возможно, мы могли его убить, но... Она просто начинает дико резать всех. Хорошо, этого прикрыли. Я даже здесь, скорее всего, подлечу Фоллана. А здесь помогу искрой. И вахтера поставлю во фланг, чтобы она, возможно, его на неуязвимости про это самое пробила. Подставляю, короче, я. И он что делает? Выпад убийцы. Парируй! Да почему? Как это работает? Вы охренели? У него же написано, что он удар парирует. И волна какая-то. Что это такое? Ой. Ой, играть. Efficiency.
Офигеть. Ну там сплиться не сплиться, но такую миссию в метро. Охренеть. Еще три человека падает. Да блин, она жестче, чем любая другая подкрепа здесь. Почти убили. Ну вот она, Лемминга. Нет. Я отойду. То псионику надо резать. Блин. Давай пробуем. Сейчас я Леммингом попробую отдаться. Ты зачем сейчас это делать, не совсем понятно. Эвакуируемся, эвакуируемся. Так, Ивак в другом месте появился. Типа мы спасли всех, второй Ивак появился. А, три хода она еще будет. О-о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 -
Охренеть. В прошлый раз я на этой миссии умер. Сейчас хоть буду знать. Ну, хотя бы эквип будем выносить. Не, ну это, конечно, жесткий босс. Миссия жесткая. Босс жесткий. Фикс Опен, привет. Капец, у нас тут такие траи. Такой босс. Без ориентации пошло. Эвак сейчас. Удачно зашел. Да это самый жесткий босс. Одна волна чего стоит. Она... Надо понять, как ее... Как ее в таких помещениях вообще убивать? Когда открыто все, ты просто издалека ее пытаешься расстреливать, и все. А в помещении я уже с ним посражался. С ним посражался разок. Еще ранение. Короче, надо смотреть... Друзья... Надо, если будет следующий трай, крайне внимательно смотреть, в каком регионе ты активничаешь, где какой босс. Потому что вот с этой дурой, не дай бог встретиться. Не дай бог. Был бы любой из других боссов, я бы ее в два хода бы разметал там в этих, в... Два человека у меня умерло. Из основного состава. Причем хорошие. На одном ходе, просто на одном полудействии. Грязь. Как ее убивать вообще? Вблизи ты с ней сделать ничего не можешь. Короче, следующий трай обязательно будет. Мне очень нравится челлендж, очень нравится... Ну, челленджа нет, на самом деле, но очень нравится сам процесс, сложность. Ух, классно. Что касается заступников, может быть, выберем не заступников в следующий раз. Почему? Потому что, видите, приказ мне не выдали на заступников... А, хотя не про... Кажется, не дошел еще до приказа следующего. Не, зашел, но мне не выдали, да. Может быть, стоит и через Зилка поиграть, потому что он как раз на террорах мега крутой. Зилот на террорах — это то, что нужно. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо, что смотрели. Увидимся с вами завтра. Да, возможно, поставим новый патч, потому что как бы... Все, все. Хорошего вечера, спокойной ночи. Люблю, целую. Приходите на ГГ, если вы там в записи это на Ютубе смотрите, нубасы. ГГ — лучший сайт в мире. Пока.